Посмотрели мы кладбище, сходили на могилы. Сейчас я еще раз повторю, весна, апрель, поэтому достаточно зелено. Но летом здесь вышенная земля. До новых встреч, дорогие мои. Уважаемые мои подписчики, друзья, кладбище Уртасарай в Ташкенте, под Ташкентом, вернее, оно разрослось до невероятных размеров. Сейчас весна, поэтому здесь все зелено. Летом здесь, конечно, аларм, потому что все сожжено, все желтое, земля каменная. Сейчас приятно смотреть, глаз радует, если так можно сказать. Вот, ищем мы могилу людей, которые попросили. Я тут дергаю камеру, не плавно снимаю, но я опять же показываю то, что не, как бы не до красоты, потому что многих здесь похоронены. Родственники, знакомые, друзья. Ну да, кладбище очень большое. И сейчас запретили, вернее, ввиду того, что нет места в Ташкенте, поэтому хоронят. Здесь в большинстве случаев. Здесь карта такая, что здесь 12-й год, например. Ну, по годам это все разбито. Поэтому легко найти, даже если ты не ориентируешься. Дату смерти надо знать. Но в крайнем случае можно попросить людей, которые здесь работают, они помогут. Вот, ну, на этом я, в принципе, больше говорить-то не буду. Я объяснил все и как.
Так что если будут какие-то вопросы задавать, хотя какие-то вопросы. Здесь можно найти людей, которые убирают могилы, кстати, если кому-то надо. Вот. Расценки здесь они, конечно, дерут, но можно договориться. То есть не надо себя крутого строить. Работают как бы по совести. Вот. Так что посмотрим, что и как. Ладно, всего вам хорошего. Я свою миссию выполнил, так скажем.